в отношении моих ожиданий вся выборная кампания как нельзя оправдала. Я был избран, очень хотел этого, очень надеялся, что мои достижения, достижения личные, достижения моих учителей, моих коллег, которые я неразрывно связываю со своими успехами, будут оценены. Слава Богу, так и получилось. Какие ожидания? Ну, наверное, в дальнейшей плодотворной работе уже в лоне не только своего национального федерального центра, но и в лоне Российской академии наук, которая, как вы знаете, в первую очередь призвана выполнять экспертные функции в рамках развития, в том числе и медицинской науки. И я надеюсь, что я окажусь еще более полезен для нашего общего дела.